как дела? Потому что я картофелина. Прекрасно. Мой генератор хлопков тоже тут. Раз мы так никуда не идем, вернее, вообще-то мы двигаемся, и даже с пугающей быстротой. Ну, ничем сейчас не заняты, приведу парочку фактов. Он необычный дурак. Он продукт величайших умов целого поколения, старавшихся создать наиглупейшего дурака в мире. А ты поставила его управлять этим комплексом. Отлично, еще работает. Слушай, на случай, если эта яма все-таки не бездонная, может, ты отстегнешь одну из своих рессор и поместишь меня туда? Только приземляйся потом на одну ногу. Thank you.
Джентльмены, добро пожаловать в лабораторию исследования природы порталов. Астронавты, герои войны, олимпийцы. Мы здесь потому, что нам нужны самые лучшие. Итак, кто готов заняться наукой? Я. Ну, вы уже успели познакомиться друг с другом в машине, поэтому позвольте мне представиться. Гейб Джонсон, я здесь главный. Этот прелестный голосок, который вы слышите, принадлежит Каролайн, моей помощнице. Она переведет ваш гонорар в любую благотворительную организацию вашему выбору. Правда, Каролайн? Так точно, мистер Джонсон. На ней здесь все держится. Красотка прям ходит на открытку. Учтите, парни, она замужем. За наукой. День в нашем центре проводятся тысячи испытаний, и я не в состоянии наблюдать их все. И поэтому заранее записываю сообщения для участников. В них содержатся ответы на возможные вопросы. Люди должны знать, как себя вести, если во время эксперимента произойдет несчастный случай. Выбор теста для вас зависит от того, как вы реагируете на окружающий мир. Те, кто будет помогать в испытании отталкивающего геля, проследуйте вдоль синей линии. Для тех, кто согласился на впрыскивание ДНК Богомола, у меня есть хорошие и плохие новости. Плохие новости. Этот тест отложен навеки. Хорошие новости. У нас есть новый прекрасный тест. Сражение против армии людей Богомолов. Берите винтовку и следуйте вдоль желтой линии, вы сами поймете, когда начнется тест. Если в ходе испытаний вы порезались, то, возможно, заметили, что кровь превратилась в бензин. Это нормально. Мы воздействовали на вас невидимым лазерным лучом, который превращает кровь в бензин. Это попросту означает, что он работает. Если после следующей серии испытаний вы решите принять ванну, поставьте в известность лаборантов. Судя по всему, ваше тело будет активно выделять уголь. Это временно, не переживайте. Но если через неделю это не пройдет, сообщите нам. Это признаки аномалии. В следующем тесте мы направим на вас сверхпроводник, включенный на полную мощность. Буду откровенен, мы просто бросаем наукой в стенку и смотрим, что прилипнет. Понятия не имею, что получится. Может и ничего. В лучшем случае станете суперменом, в худшем получите пару опухолей, которые мы удалим.
наука стоит на плечах титанов. Но не здесь. В лаборатории мы все делаем с нуля. Нам никто не помогает. Начнем. В первом испытании вы будете иметь дело с отталкивающим гелем, как его называют мои лаборанты. Между прочим, вы не входите в контрольную группу, вы получите гель. В прошлый раз испытателю досталась простая синяя краска. Ладно, шутки в сторону, это иногда случается. У него перелом обеих ног. Печально, но очень информативно. Говорят, что я не должен упоминать о контрольной группе. И они против заранее записанных сообщений. У меня идея. Запишу-ка я побольше таких сообщений. Здесь я плачу зарплату и буду говорить столько, сколько захочу. Для следующего испытания мы ввели в гель наночастицы. Это означает, что миллиарды мелких штуковин будут путешествовать по вашим сосудам и впрыскивать в опухоли экспериментальные гены и молекулы РНК. Может, пока у вас нет опухолей, не переживайте. Если вы сидели на стуле в вестибюле без свинцовых подштанников, мы об этом позаботились.
Да, на случай, если вы измажетесь отталкивающим гелем. Лаборанты дали мне один совет. Не допускать попадания отталкивающего геля на тело. Нам пока еще не удалось определить этот элемент. Но могу сказать вот что. Он очень живучий, и ему очень не нравится человеческий скелет. Между прочим, эти лабораторные сферы сделаны из асбеста. Он отпугивает крыс. Сообщите нам, если во время тестов вас будут мучить удушье, сухой кашель или остановится сердце. Это не часть эксперимента, это асбест. Отличные новости. Лаборанты сказали, что симптомы отравления асбестом находятся в скрытом состоянии в среднем 44,6 года. Так что если вам за 30, радуйтесь. В худшем случае пропустите несколько партий бридж, а наука продвинется на 300 лет вперед. Я ввел эти цифры в калькулятор, в ответ он показал счастливую рожицу. Мне нравится твой стиль, ты устанавливаешь свои правила, прямо как и я. Щитоводы сказали, что я не могу уволить коллегу, но я уволил. Пандусы для колясок слишком дороги. Кальций, чтобы мы могли наблюдать активность нейронов мозга. Существует небольшая вероятность, что ваша лобная доля затвердеет и превратится в стекло. Не нужно об этом думать. Визуализация процесса в условиях стресса может спровоцировать эту реакцию. Если вы входите в контрольную группу Кеплер-7, то в ваш череп вживили крошечный микрочип размером с почтовую открытку. Наверное, вы и забыли о его существовании, но если он начнет вибрировать и пищать, сразу сообщите об этом. Это означает, что скоро он раскалится до 500 градусов, и нужно его срочно вытащить. Подождите минутку. Ну что же, в следующем испытании вам придется столкнуться с путешествиями во времени. Хочу дать совет. Если вы встретите самого себя, не смотрите ему в глаза. Лаборанты сказали мне, что это стирает время. Совсем. И прошлое, и будущее. Сделайте одолжение вам обоим. Не беспокойте его.
Если вы это слышите, значит, слишком долго переходите между тестами. Лаборанты говорят, что это из-за страха. Я не психиатр, но кажется, что эти яйцеголовые, не умеющие распознавать опасность, пока она их не укусит за мягкую розовую задницу, проецируют на вас свои страхи. Они не летают в космос, не переплывают океан. Нет, это делаем мы. Мы с тобой против целого мира, сынок. Не нравится твое упрямство, но побольше проворства не помешает. Давай решим эту задачку. Поздравляю. Тот факт, что вы стоите здесь и слушаете меня, уже является огромным вкладом в науку. Как глава лаборатории исследования природы порталов, я благодарю вас и надеюсь, что мы сможем на вас рассчитывать в следующем раунде испытаний. Мы не собираемся выпускать второй продукт и хотим отладить все до конца, поэтому если вы сохраните хорошую физическую форму, на стоянке вас всегда будет ждать лимузин. Скажи до свидания, Каролайн. До свидания, Каролайн. Она просто золото. Добро пожаловать, друг.
Я Кейв Джонсон, генеральный директор лаборатории. Возможно, вы знаете, что в 1968 году мы принимали участие в слушаниях в Сенате по делу об исчезновении астронавтов. И наверняка вы пользовались каким-то из наших многочисленных изобретений, которые у нас украли. Черная меза, чтобы ей пусто было. Сэр, испытание? Правильно. А теперь вы, вероятно, спрашиваете себя: Кейв, насколько сложны эти испытания? Что было написано в контракте толщиной с телефонную книгу? Мне грозит опасность? Позвольте мне ответить вопросом на вопрос. Кто хочет заработать $60 наличными? Вы также можете расслабиться и отдохнуть 20 минут в комнате ожидания. Черт возьми, там гораздо удобнее, чем на скамейках в парке, где вы спали, когда мы вас нашли. Попадайте в лабораторию. Вы здесь потому, что нам нужны самые лучшие, и это вы. Нет, не могу удержаться от смеха. Так или иначе, не разбейте здесь ничего. И вообще, вам лучше ничего не трогать, пока это не потребуется в ходе эксперимента. Если у вас аллергия на арахис, скажите об этом сразу, поскольку в ходе этого испытания ваша кровь может временно превратиться в арахисовую воду. В случае успеха придется учредить новый вид Нобелевской премии и вручить его нам, так что держитесь. Средний мужчина на 60% состоит из воды. Мы считаем это нерационально. Если во время следующего теста вы почувствуете небольшую сухость, не переживайте. Мы попробуем снизить эту цифру до 20-30%, используя реактивные двигатели. Нас ждет небольшой эксперимент по телепортации. Однако он удается не со всеми типами кожи, поэтому запомните, какая кожа ваша. Если она не телепортируется вместе с вами, то потом мы попробуем пришить ее обратно. Thank you.
мешают, но для чудес этого маловато. Если буду слишком много думать, эта картофелина поджарится раньше, чем у нас появится шанс сгореть в огне ядерного взрыва, который собирается устроить этот маленький идиот.